Всех приветствую. Сегодня очередной день полива. Выбрала несколько штук, поливаю. Вот каода моя. Долго цветет, вкусно пахнет. Запах приятный. Сильный, я бы сказала даже. Здесь пафиопедилум стоит. Green Horizon. Такие красивые листья. Пока не цветет, но мне он очень нравится. Вообще, я от него балдею. Такой вот. Это я обрезала уже цветантус. Стоит в бутылочке стеклянной для красоты. Вверх тормашками. Так получилось. Я хотела сегодня показать одну орхидею ренимашку. Вот это. Много говорить не буду, по-быстрому, чтобы не затягивать. Я покажу сейчас, вытащу. Она тут не закреплена. Вот такие у нее корни, она сама нарастила без всяких этих стимуляторов, ничего и не делала. Это была большая раньше белая орхидея, она сбросила корни в один не очень хороший момент. Вот, ну я решила ее вот так вот бутылочку обрезать из-под минералки. Сделаю я там маховой такой типа гнездо, я потом поправлю это сейчас на камеру, просто все сползло. Там есть пенопласт, поставлю шейкой на пенопласт. Корни должны сами пусть спуститься вниз и найти себе там влажность. Я думаю, возможно, она выкарабкается, но бывает разное, что не уверена я на все 100%. У меня есть такой вот, такая орхидея, называется, сейчас ее здесь нету, она называется пират Пикати пилорик. Я ее покупала давно, лет 5 назад, в магазине обычном. Очень красивая была орхидея, фотографии не сохранились. Вот. Она тоже сбросила корни у меня. Я ее также поставила, только в другую бутылочку. Вот. И она у меня там росла. Нарастила корни, но пока не цветет. Я ее вот так вот выше поднимала. Мха у меня тогда не было. И я ее корой обкладывала. Теперь смотрю за ней, чтобы не пропустить, не дай бог, там корни, чтобы не перелить, не засушить. Хочу, конечно, ее цветение увидеть. Ну, как она решит. Так что вот. Вот это видео хотела показать новичкам. Может, кому-то пригодится вот такая система. Куда деть такую кочерышку, как говорится. Вот можно так сделать. Способов много. Я выбрала такой. Мне нравится. Дырочки сделала почти везде по периметру. Тут внизу дырочек нету, чтобы можно было подливать воду. А это для вентиляции воздуха сделала. Вот такое у меня сегодня видео. Вам спасибо за внимание, кто смотрел. Всем пока!